Игра в футбол еще недавно была несбыточной мечтой для нигерийского подростка Басита Казима. Но этот протез все изменит. Всю жизнь Басит ходил на костылях, поскольку хорошие протезы стоят дорого – от 2,5 до 10 тысяч долларов. При этом их надо заменять по мере роста ребенка. Я счастлив, что у меня появился протез. С его помощью я буду играть в футбол, выполнять поручения родителей и ходить в школу. Протезы изготавливает благотворительная организация, работающая в Лагосе. Ей жертвуют старые искусственные конечности, из которых дети уже выросли. Мы берем те части, которые еще можно использовать. Потом из них собираем протез для какого-нибудь ребенка. Иногда жертвуем протезы даже взрослым, которые в них нуждаются. Основала организацию Кристал Чикбу. Ее дочь родилась с больными ногами. Их пришлось ампутировать. Потом нужно было постоянно покупать новые протезы. Пройдя через такие трудности, женщина решила помогать детям-инвалидам. В первую очередь протезы дарят тем, кто ходит в школу. Кристал считает, что без костылей детям проще вливаться в коллектив. Подписывайтесь на наш канал и смотрите мировые новости. Мы освещаем факты, а выводы делаете вы сами.